Всем привет, ребят! Мы возвращаемся в Don't Starve. Ну, как сказать, возвращаемся. Я уже давно в него не играл, потому что как-то я решил сделать перерыв после того эпик фейла, и теперь мы начинаем заново все буквально. Новая игра. И теперь мы будем играть за другого персонажа. Итак, давайте посмотрим. Джентльмен-ученый. Уилсон. Я... Типа, всех захвачу с помощью силы моего разума. У него крутая борода. Так, дальше. Фаерстартер. Окей, типа, поджигательница. Вещи гораздо круче, если они горят. Она не горит. У нее всегда есть свет. И она все поджигает, когда ей что-то не нравится. Стронгмен, Вульфгэнг. Я силен, никто не сильнее меня. Типа становится сильнее, если у него там полный голод или типа того. Боится темноты и монстров. Фак. Так, дальше у нас Венди. Эбигейл, вернись назад. Я еще не закончила с тобой играть. Так. На нее охотится ее сестра. Ей пофигу на темноту и... Она, у нее урона меньше. Ну, в смысле, ей наносится. И, кажется, это все. Поиграем мы, наверное, за Вульфгэнга. Я думаю, у нас не будет особых проблем с тем, чтобы... Что он будет бояться темноты. Ну, ладно, Эпли. Давайте посмотрим, давайте попробуем. Так, мир. С миром все хорошо, я только сделаю его большим. И, наверное... Ну, не таким большим, вот таким большим. О, день можно сделать побольше. Давайте long day. Вот, все, давайте, начинаем. Окей, мир генерируется. Так, отлично, игра начинается. Сказать честно, ты не выглядишь хорошо. Тебе лучше бы найти что-нибудь поесть, прежде чем начнется ночь. Сказал нам Максвелл, главный злодей, который типа дьявол. Что-то он маленький какой-то, блин. У него какие-то... Руки, как будто его пчелы покусали. Ну ок. Что это вообще за бесящий звук в начале игры? Вот этот, как будто тут тракторист какой-то ездит. О, уже сразу нам попался камень. Это вообще найс. И да, вообще круто. Нам уже с самого начала... Нам уже с самого начала все дают. Найс. Оп. Так, тихо. Тихо-тихо, на пчел не нападаем. Вот тут всякие камни. Давайте по-быстренькому соберем. Пока есть, так сказать, шанс. И скрафтим топорик. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, вот оно, большое дерево. Пам-пам-пам. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Так. Палки нам нужны. И мы уже можем сделать себе костер. Это вообще зашибись. Поймаю птицу. Нет. Оп. Так, цветы нам нужны. Они, оказывается, не мозг восстанавливают, а жизнь. Ну, то есть, вы представляете, просто хпшки восстанавливают. Эти цветочки. И это очень хорошо. Оп. Оп. Пишите в комментариях, что мне делать с Don't Starve, потому что если кому-то не нравится, я могу просто закончить по нему летсплей. Потому что я не уверен, что кто-то смотрит это. Ну, в смысле, я не уверен, что кому-то нравятся ролики по Don't Starve. Наверняка кто-то заходит, типа, о, опять Don't Starve, лучше бы флешку запилил. Так что вы напишите в комментах. Аллилуйя, прыгаем! Ой, щит! Хоулих. Блин. А... Мы заспаунились в биоме Кракена. Мы заспаунились, хрен знает где, вы это видите вообще? Та фак! Да ну нафиг. Бэм. Там мне нравилось больше. Фуф. Так.
Чё? А, вон мы где оказались. Вот это жесть. Вот это быстрая телепортация. Так, окей, срублю-ка я еще одно деревце. Нам пригодится оно для ночи. Но так как я сделал длинный день, ночь будет не такой уж и длинной. Бэм. Бэм, бэм, бэм. Следовательно, будет не так уж и опасно. Ладно, побежали по этой дороге. Нет, стоп, там бьем Кракена. Давайте в другое место побежим. Вот тут у нас такая дорожка. Обычно такие дорожки ведут ко всяким деревням, но тут, к сожалению, кажется, тупик. Так, гриб, я не буду его есть, он ухудшает разум. Прошло уже полдня. Палки. И еще одна палочка. Ой, нет. Да не нужно мне это маленькое дерево. Ну ладно, давай дорубим уже, раз уж начали. Тоже мне, блин, нашел дерево. Хрена чего топором. Давай, давай, давай. Оп, 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 оп. Найс. О, камень, камень, это вообще отлично. Давайте. Круто, кстати, то, что у него другие фразочки, другие шуточки. В отличие от Уилсона и других персонажей. Ну, то есть, я так понял, что тут все настолько продумано в этой игре, что какого персонажа ты выберешь, что он и будет говорить, шутить и так далее, и то с ним будет происходить. Это прикольно. Я вот, кстати, думаю заснять пару серий летсплея по Starbound. Все наверняка слышали про Starbound. Ну, а для тех, кто не знает, я поясню, что это Террария в космосе. Для тех, кто не знает, что такое Террария, это... Окей, вот это реально трудно объяснить. Ну, в общем, я, наверное, запишу пробную серию Starbound и спрошу у вас, как вам, понравилось или нет. Да, так я и сделаю. Бэм. О, вот эти тропинки обычно реально ведут к деревням. Так, куда пойдем? Налево или направо? Здесь у нас развилка. Броня, пока не надо. Ну, давайте пойдем, наверное. Нет, слева там какая-то хрень. Давайте направо. Кролик. Много тут кроликов. Так, давайте идем по дороге и собираем камни по пути. Па-па-пара-па-па-пам. Пеу, 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 пеу. Пеу, пеу. Оп. На найной. Так, топорик в руки. О, нет. О, вот это я зря пошел сюда. Ну, давайте позырим, чё. Раз уж мы прёмся и прёмся. Может, на деревню наткнемся? Рифма. Пу-пу-пру-пу-пу-пу-пру. Я слышал, там дерево про... О. Чё-то пауков тут много. Я бы не стал жить в этом биоме, это точно. О, деревня. Деревня ведь? Нет, это не деревня, это всего лишь одиночный жалкий домик. Печаль. Я уж было думал, целая деревня. Как в прошлой серии, в которой Epic Fail. О, наконец-то мы вышли в зеленый биом. О, а вот это вот деревня уже. Все отлично, мы здесь и поселимся, будем жить. Отлично. Оп. Так, у нас есть шишки? У нас есть шишки. Так, давайте-ка мы посадим несколько шишек. Где-нибудь здесь. Здесь. Говорит, что страшное, блин, время будет скоро. Типа ночь. Вот, я хочу здесь все огородить деревьями. Может быть, так меня всякие засранцы видеть не будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я начинаю сдуваться! Ха-ха-ха-ха! Офигеть, ребята! Мы узнали секрет этого персонажа. Фига себе, вы посмотрите, он сразу стал хилым итальянцем.
Капец, блин, так ночью он все-таки теряет свои силы. Слабак. Капец. А утром он нам что скажет? Ой, надо пожрать. О, да, Вольфганг is better. Все, теперь ему не так страшно. Так, так. Так, так, так. Так, так, так. Найс. На свиней, наверное, нападать не буду, потому что они достаточно сильные. Time for food. Эй, ты съел мои семена, которые я хотел съесть. Эй, дерзкий, ты не там, блин, поставил. Что? Почему теперь ему feeling not so good? Он издевается? А, еда, походу. Понятно. Когда он голодный, то все с ним ясно, короче. Так, чтобы съесть, чтобы съесть. А, костер, костер, быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, костер, пока он не потух. Оп, оп. Так, еще ягоды пожарю. Оп, 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 оп. Вот эти хрени надо будет снести, они меня бесят. Так, спасибо за цветы. Чё-то еды нет. А, ну тут, в принципе, есть. Чё-то мне надо голос повеселее сделать, а то я как-то задумался там о чём-то. Так, микрофон поближе. I eat food, конечно. Ой, чё-то тут... Чё-то тут не айс, по-моему. Опа-па. Беру слова назад. Оп, 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 оп. Все, теперь все отлично. Оп, оп. Оп. Ладно, хватит опкать. Опкать, опкать. Доктор Опкинсон. Окей, это совсем странно было. Так, давайте-ка теперь мы создадим нашу любимую сайенс-машину. Так, и где мы будем жить? Примерно здесь отличное место для того, чтобы построиться. Вот прям тут, потому что... Да, тут красиво. Тут пусто, тут красиво и так далее. Мои семена, мои семена, мои семена. Я ем семена. Так, теперь лопата. Пара-папай-папай, прототип. Я не знаю, почему прототип. Так. Оу. Мне, конечно, немножко страшно, но давайте раскопаем могилу. О, какой-то ништяк. Типа, это мусор, что ли, какой-то? Окей. Бэм. Ну вот, сейчас мы будем создавать ферму. И так далее. Ягоды. Так, я думаю, что тотальные запасы травы у нас будут в другом месте. Оп. 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 Все раскапываем. Все раскапываем. Все раскапываем. Все раскапываем. Отлично. Собираем, 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 собираем. Ого, как же это приятно собирать кучу всего. Просто жмакать на пробел. Отлично. И вот это даже выкопаем. Оп, на-най-най. Так, теперь бежим, бежим. Время садить. И вот это надо выкопать. Оп. Вот здесь у нас будут запасы травы. Так, давай. Нужно, чтобы все было красиво. Так, так, и вот так. Отлично! Так, где-нибудь здесь у нас рядом будут расти палочки. Почему бы нет? Где-то здесь рядом, вот слева у нас будут расти... Вот. И будут расти у нас тут волосы Наруто. Отлично. Пам-пам-парам-пам.
Так, давайте теперь что-нибудь создадим интересненькое. Я бы создал с удовольствием сундучок. Так, survival. О, бэкпак, то, что надо. Хотя у меня пока что не так много вещей. Потом создам. Ой, ой, что-то подлагивать начало. Подожди, что? А зачем мне это, если... я что ли могу себе усы сбрить? Давайте попробуем. Ай, ай, да хорош. Окей, мы просто зря потратили. Ну окей. Чё лагать? Хорош лагать! Какого чёрта? Окей, я поставлю на паузу и попробую что-нибудь с этим сделать. Окей, надеюсь, это поможет. Да, вроде уже не так лагает. Окей. Что теперь мы можем сделать? Та-ра-ра-ра-ра-ра-та-та. Доски, нам нужны доски. А вот и доски. Раз, доска. Что? Где еще доски? Почему я не могу сделать больше досок? О, блин. Дорогие эти доски. Ну ладно. Так, топорик, 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 топор. Рубим самое большое дерево. На-на-на. Бара-ба-бара-ба-бам. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. О, еще доски. Так, нам нужно срубить. Нам нужно еще 4. 4 этого бревна. О. Ай, ай, ай. Мне кажется, что это только в деревне так лагает. Ай. Ой-ой-ой, он опять... Not feeling so good, блин. Он опять сдулся. Окей. Нам нужна всего лишь одна... О, вот она. Бревно одно. Жрачка, жрачка, жрачка. Че, у нас вообще еды нет, что ли? А, ну вот ягоды. О, да, Вольфганг, это. Давайте все ягоды сожрем, как дебилы. Пам-пра-бам. Бумеранг. Scary time, конечно. Окей. Мне нужны были доски, а я потратил дерево нужное. Окей. Как дурак просто. Ну ладно, давайте тогда, я не знаю, создадим веревку и создадим себе. Создадим себе... Где веревка? Рефайн? Да. Раз, веревка. Два, веревка. Отлично. Ой, 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 что-то темно, что-то темно. Окей, не знаю, что мне с этими фигнями, похожими на яйца, делать. Ой, ночь уже кончилась, я аж испугался. Окей. Так, так, так. Топорик, топорик. Ой, в смысле, хаммер. It's hammer time, bitch. Ломай, круши. Да, ёшкин кот, мне теперь сундук нужен. Так, кладем это здесь и... Что говорит? Ой, я случайно. Что говоришь? Я не уверен, блин, как я чувствую себя рядом с наукой. Ну, или типа там... я не уверен, что наука это моё. Так. Шляпка! Хочу шляпу! Прикольно. Классная шляпка. О, кстати, кстати, кстати. Как раз сундук сейчас скрафтим. Сундучок. Где же ты? Чес Сайген Хейвол. Сундук. Гэнг-бэнг. Найс. Так, а что мне с этим камнем делать?
даже не знаю. Так, давайте сюда положим все ненужное. Например, вот это. Вообще все ненужное. Иными словами, вообще все. На. Ой, прости. Как-то неловко получилось, не так ли? На. На. Большая, кстати, деревня. Я и не додумывался о том, что она может еще вправо идти. На. Теперь это все мое. Тихо, ребят, я мир! Да ладно, я шучу, ни хрена не мир. Like a boss! Like a boss! Stay away! Бам! Все окей, я думаю, достаточно крушить чужие дома. Таким маленьким молотком раздолбать такой деревянный дом? Ну, в принципе, возможно, но сложно. Оп. И оп. И оп. Эй, а почему вот эти хрени тут не там, где надо, так сказать? Ну, пофигу. Так, теперь нам нужен Cute Stone. Он у нас в рефайне. Cute Stone. А для чего? Для того, чтобы создать... Ага, нет, нам нужны именно другие камни. Окей. Ай, да блин! Извините! Да я случайно, блин! Я хотел открыть сундук на пробел, нахрена? Капец, блин. Один раз я случайно шип сданул, из него все вещи выпали. Я хотел нажать вещи на пробел. В смысле, собрать их всех. Капец. Чёртов, блин. Сложи туда все. Окей, ребят, такая вот странная серия. Ай, да ёшкин кот! Пишите мне в комментариях, если вы хотите больше или наоборот не хотите больше, пишите мне, заканчивается этим или нет, пишите свои предложения, какие игры я мог бы еще поиграть. В общем, такая вот серия, не очень, наверное, интересная, потому что как-то мне уже немного надоел Don't Starve. Ну, как сказать, немного надоел. Как-то создается ощущение, что нужен перерыв. В общем, пишите в комментариях все, что я перечислял. Всем пока!